Детский турнир по дзюдо проходит во второй раз и посвящен памяти первого директора Чистопольского филиала «Восток» КНИТУ КАИ Алексея Чеханацких, который в свое время поддерживал этот вид спорта в Чистополе. Помощь в организации оказал Чистопольский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК РФ по Татарстану. Детский турнир по дзюдо проходит во второй раз и посвящен памяти первого директора Чистопольского филиала «Восток» КНИТУ КАИ Алексея Чеханацких, который в свое время поддерживал этот вид спорта в Чистополе. Помощь в организации оказал Чистопольский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК РФ по Татарстану. На самом деле молодцы, борьба она воспитывает не только физическую выносливость, но и характер, и стойкость духа. Честь Чистополя на турнире защищали 12 юных дзюдоистов. Ребята показали достойные результаты. Чистопольские борцы завоевали 2 серебряные и 2 бронзовые медали, а также стали обладателями почетных грамот и подарков.